hospitality. Let me see one hand in the air right now. If you have a lighter in your pocket, light on your phone, light it up for me, London. Light it up for me, London, London, London. Somewhere between the light, I feel so. Sounds of new logic, logic. Ну что ж, всем снова здравствуйте, а также привет всем тем, кто что присоединился к нашей трансляции в эфире студии UCC. Микрофоном для вас все так же работает Алексей Декпинаевский и Павел Тол Григорьев и Mountain Dew Лига Pro 100 против B-Pro в грядущем матчапе. Да, ну и карта D-Cash. Смотрим за атакой от B-Pro. Очень интересно, они разошлись по карте. Здесь под B сейчас контролят какие-то агрессивные действия от просто... игроки B-Pro, а там мейн, я так понимаю, какой-то вот фейк, будут пытаться стянуться, но могут их оттуда не отпустить, кстати говоря, они могли уже получить пару голов и просто остаться в меньшинстве, но на шифтах сейчас начинают выходить, здесь Смайк работает по одному, но получил сам по голове, теперь нужно быть осторожным, Кензер пошел в поджим и минусует бомбу, должен был разбираться еще и со вторым, но, видимо, там более сложная перестрелка, Смайк минусует Псайка, но погиб Кензер, бомбу спалили и всего два игрока B-Pro сейчас осталось в атаке. Попытка пройти через центр со стороны коллектива B-Pro уже не увенчалась успехом. И Фларич увидел последнего игрока. Поиск красный под вентиляцией. 11 хп. Есть хедшот по Смайку. Но дальше уже жестким хедшотом закрывает его Дефи. И там, по-моему, то ли Дефи, то ли... Я не видел, кто... По-моему, Смайк сейчас играл с юспом без глушителя. Но, не знаю, сомнительный выбор, если честно. Это как с кольтом без глушителя играть. Ужасный девайс, если честно. Ну, девайс не девайс, а вот звук, конечно, неприятный. Да, режет ушки немножко. С самого начала, когда изменили эти звуки, с юспом было... Создавался ощущение... Ого! Кензер жесткий хедшот по позе тем временем. Скаут оформляет, тройной поджим еще и мейна. Как-то слишком уверен, начинает сейчас B-Pro после взятого пистолетного раунда. В итоге уже B-Pro остается втроем при форс... да, при форс закупки. Ну и, кстати говоря, довольно агрессивно они сыграли уже, да, против Форса. Интересное решение, то есть очень опасен Форс от каждой команды, и это можно оправдать. Но не рано ли они такую агрессию проявляют, теперь заставляют оппонента играть медленно, значит, соответственно, сами, скорее всего, будут тратить гранаты. Но посмотрим, уже выходят на второй раунд, скорее всего, если Псайка сейчас не покажет чего-то невероятного. А там дальше рукой подать и до первой тройки. Ну да, Псайка остается последним, правда, ну нет, все-таки хэдшот поставить не удалось сейчас. Покраш, тот его перестрелял без единого, без единой потери со стороны команды просто сейчас, и, ну что не может не радовать. И третий раунд, скорее всего, также они должны будут забирать. Что там экономически у B-Pro. Да, ну и голые пистолеты без арморов по 250 на руках у Шипса. Также есть 4 глока, попытаются, ну, бомбу поставить для них сейчас самый лучший вариант, я не знаю. Вот пока они просто спалили, кстати говоря, бомба на скрипе все еще, но уже стягивается куда-то. Ну, поняли, что их спалили, и выход через мейна уже им просто-напросто заказан. Дальше попытаться что-нибудь другое придумать смогут. Кензер получил показки в ответ, забрал просто-напросто поезд из дезертыгла. И уже B-Pro остается вчетвером, при этом втроем пытаются через скрип пройти, что интересно. Флэш красный, кстати говоря, в мейне, но здесь есть и тиммейт фуловый в виде Смайка. Так что, в принципе, Флэш даже если погибнет, Смайк должен играть моментально на размене будет. Бомба-то уже в планте, ее пытаются установить. Нет, ее не пытаются установить, они сделали кучу киллов, и остался последний краш. А как они отдались практически полному экономическому, ай-яй-яй, но Краш еще может взять раунд, там есть два битых, все без арморов, буквально по пулечке в голову, Краш сейчас будет заходить в плен, здесь Лефтери уходит с этой позиции, ну и Псайка будет первым, кто будет сейчас сражаться с Крашем, спалился Краш, теперь нужно будет отыгрывать против нескольких позиций одновременно, там в мейне есть игрок, и ой-ой-ой, B-Pro берут экономический раунд. А у них-то были всего лишь глоки на руках. Там три глока-то было, ну, в смысле, вообще, оставшихся трех живых игроков, там три глока. Они задавили красного игрока на погрузчике, забрали Смайка, как-то еще и в планте успели еще одного игрока забрать, который прибежал.
И в итоге последний, конечно, игрок 1-3 уж ничего здесь сделать не смог. При этом просто забирают, вернее, покупают сейчас 4 кольта, 1 ЦЗ, уверенный бай от них. Маленькое, правда, количество гранат и агрессивная игра. Нет, уже не будет по сотни. Но, скорее всего, паца сейчас будет. Флари сейчас сделан. И опасно так. Ну, там, да, опасно очень. Стрелял в стену, проверил, работает ли девайс. Забавно все это выглядело. Здесь Сайка получил немного урона по себе. Но, тем не менее, ничего летального, ничего страшного. Сетапу просто тоже такой дефолтный. 2-1-2 стоят, не укрепляли мидл. Ну, понимают, что враг, скорее всего, будет разыгрывать тоже какой-то стандартный раунд. И ку-ку прострел по Смайку. Ну, это нечестно. Тайминг удачный просто словил, на самом деле, жестко. Жестко, но, мне кажется, подсад, по идее, должны были тоже, ну, слышать. Этот сделанный, потому что там Смайк, когда подсаживал, спрыгнул с ящика, неаккуратно с него спустился. Но, тем не менее, игрок в мейне тогда находился только лишь на самом его старте. Так что, в целом, я думаю, позиция Флайрича неизвестна сопернику. Я думаю, здесь Дев бага-юзер, но его спалили в его прыжках. Так что, видимо, он без контрола здесь запрыгивал, не знаю. По крайней мере, его точно видели. Даже попытались пострелять. Ну и пошел выход под Б. Здесь один краш принимает сейчас все это дело. И его уже закидывают гранатами. Он находит один килл и молится, чтобы его команда успела прийти к нему на помощь. Здесь в упоре стоит Кензор. Кензор минус 2, минус 3. Сейчас только с ним разбирается Шипс. Шипс остается последний против троих игроков. Ну и краш в пункте абсолютно не собирается сдаваться. Разбирается с Шипсом. И минус 2 сделал он. Ну и как вовремя сюда пришел Кензор и сыграл на краю смока. Да, действительно, невероятно хорошая игра, конечно, от Краша, но там после первого фрага уже флешка тиммейта залетела, и в бланде там четверо аж осталось игроков команды B-Pro, так что немножко растерянно здесь были, и пауза тактическая от B-Pro или техническая? Мне больше кажется, техническая, потому что раундов-то не так много пока что еще проиграли. Да, не похоже на тактическую, в любом случае еще рано для этого, да и бай, судя по всему, они будут делать. Хотя, видимо, знаешь, там кто-то закупился... А IGL говорит ему, мол, ты что делаешь? И сейчас решают, что же им все-таки делать. Такое тоже может быть. Но 5300 просто здесь. Ушибся, вот в чем дело. Угу. Поэтому деньги на деньги на бай есть, конечно. Но вот. Не знаю. Просто если они закупят сетеки, то, ну и армору чисто, в любом случае, пользу не будут деньги на следующий раунд. Но если закупаться полностью, но им еще одно эко играть, а давать пятый сопернику, ну, тоже неприятно. Ну вот, например, у Пойза уже точно денег не будет. Ну да, я пошел бай, есть АК-47. Гигл 3Т, как ко всему этому баю прилагается. Но вот кто-то оставил себе денег, например, Лефтери оставил себе 3000. А вот у кого-то всего-то $200 по 1000 в среднем еще два игрока оставили. Ну как-то непонятно, разношерстно. Возможно, после этого все равно будет делать экономический раунд. И вот эти лишние средства уже пустят на дополнительный раскид. И ну вот эти 2-300, это, возможно, потенциальный авик. Калаш появляется у Шипса. Калаш, $1000 остается. По полторашке в среднем где-то у Слебая осталось. Лефтери, правда, только 2300. Ну, не знаю, но в любом случае Эко, получается, следующий будет играть. Потому что, ну, там 1900 капнет сверху. Это не так уж и много. Поэтому Бипро будет попытка сыграть раунд через один девайс. Сейчас раскид жесткий точки А при старте. Но там ответная агрессия. Просто сейчас просто выходит фейт под флешки. Игра от огня. Град свинца просто-напросто. Но все, минус, конечно, команде просто. Однако же попытка реабилитировать ситуацию от Краша с парапетом. Ни единого... Нет, один лишь только фраг он смог здесь все-таки оформить. Но, тем не менее, 2 в 3 выход уже на ретейк. Хотя Бипро двое игроков красные. И при этом еще и смогли забрать сейчас блокера. Просто... Один в мейне, один за тройкой. У Бипро краш с Кензером уже выходит. Глубже в сайт. Лефтери, будучи красным, забирает все-таки краш уверенным хедшотом. 1-2 остается. Кензер забрал первого, второго. Можно забрать в планте. Да, тот красный. И легчайший фраг для Кензера. С китами успеет раздефузить бомбу. Четвертый для просто, но не без потерь. В начале раунда вообще я подумал, что сейчас просто задают, потому что там 4 в мейне, и трое из них были в фулл-блайнде просто. Видели мы 2 раза вчера. Такие поджимы мейна из 3 человек от Team Spirit. И они все 2 раза не увенчались успехом.
Здесь было то же самое. Возможно, стоит задуматься о том, как это все менять. Потому что команды уже ждут. Это дефолт, так играют очень многие. А, ну и к такому готовы. Что у нас есть? 4 калаша и Tech9 у Poise. Ну, посмотрим. Против них играет 5 эмочек. Пытаются отыграть. Как-то... Ну, уже вот без... Ой-ой-ой, поезд просто выпрыгивает смоук. Казалось бы, флешка должна была слепить Смайка, но Смайк оказался абсолютно не в блайнде, даже не на долю секунды. Краш откидывает молотов перед собой и его зажимает с двух сторон. Это открытый бэплэн. Здесь только Кензер открывается с Хевена и работает по пленту. Пытался не запустить врага, но тут же получил по шапке. И теперь ситуация 3 в 2 на выбивании бомбы. При этом еще и блогер становится красным. Попытка прошить капли. Здесь, конечно, успехом не увенчается Left 3, потому что здесь, ну, не находится в упоре под вентиляцией, стоит и ждет соперника. Смайк вот чекнет ли его позицию, это вопрос. Либо же все-таки... Ой, ну там флешка, конечно, и да, дубок Left 3 в итоге забрали. Блокер последний красный, против вторых игроков защиты смог забрать первого, но остается в бланде. И здесь уже с хедшота приходит деф. В итоге пятый раунд для просто, и там впереди, ну, не знаю, пистолетный эк какой-то, скорее всего, пробует. Интересный момент. Да, судя по всему, есть... В начале раунда интересный момент просто был, то, что там флешка в мейне вылетела с стороны атаки, но она так вылетела, что игрок защиты смотрел прямо в мейн, а флешка не в смоку взорвалась, то есть она вылетела из мейна, ударилась об арку, ударилась об землю, подпрыгнула и только потом взорвалась. Причем все это было уже за смоком в самом пленте, считай. Так что эту флешку и видно, и слышно было, что от нее просто-напросто игрок защиты отвернулся. Да, это многое объясняет. Ну и разошлись по карте B-Pro, будут пытаться найти свои энтри, будут пытаться играть от пика. Пока вот лишь обмен гранатами мы видим. Ну и, кстати говоря, опять же, закупились B-Pro, есть на этот раз уже 3 калаша, каждый раз все меньше. При этом есть тег и скаут. Поезд чуть было не поставился сейчас на очередь вот оппонента. Ну и стягивается B-Pro на подсадочку. Тут контроль токсики тем временем осуществляется крашем. Молот вроде как неплохой, но да, конечно, противник вот тут не долетит. Кстати говоря, B-Pro вообще играют через 9-й тег скаут и 3 калаша с минимальным количеством гранат. Какой-то сомнительный бай, если честно. Потому что, мне кажется, раунд проиграет сверху, там еще... Там уж точно, наверное, должно быть какой-то пистолетный эко. Деревня уже теряет просто у нас дефа где-то в районе центра карты, так понимаем, судя по всему. И что самое интересное, и в ту секунду, когда выход на точку А собирается состояться, все-таки уходит на мидл, но успели вернуться до выхода соперника. Да, но не то чтобы успели вернуться, там в пленте сейчас находится только один Смайк, к нему уже пришел Фларич, и почему все еще не выходили, а вот почему просто флешат игроков в пленте, забираю с разменом, тут же падает еще и краш, остается последний Кенза против четверых, ну, хорошая позиция, но вот если бы его тиммейты пожили еще буквально на 3 секунды подольше, он мог бы здесь сыграть, сейчас только на выбивание девайсов, даже этого сделать ему не дает Left 3 минус 3 в этом раунде. Ну и это второй для B-Pro. А там ресет экономики просто. Я, кстати, не люблю критиковать игроков, но это самый ужасный спрей, который я видел за последние 3 дня, наверное. Комментирую игры на МДЛ от Смайка. Ну не от Смайка вообще в целом. Потому что он сел с 20-ки, должен был зажимать и забирать игрока на погрузчике, но там порядка 80% хп от него отнял. Не более. И погиб. Да, ну бывает, деф уже находит свой минус, тут же размен, тут же ответный размен от Кензера. Хорошо, в большинстве все еще просто, еще можно воевать, еще и какой кин от Краша. Сейчас ставит голову и как вот открывался на блокера, но блокер вовремя перевел прицел, Смайк в смог заходит, слышал поиза и ставит этот хедшот. Остается последний блокер, ай-яй-яй. И мы видели взятый форс-раунд от B-Pro, сейчас мы видим вот такой вот взятый форс-раунд от просто. Блокеры зажимают со всех сторон. Там аж 3 ствола на блокера выходило. Тут уж никак он не выживал с 20 хп. Я на секунду просто подумал, что есть вроде как шанс у блокера, но нет. И тишина. Ну да, ну тут сказать нечего. Сказать нечего. Здесь B-Pro... Ну вот есть 6-250 даже... Можно подропать какие-то не то что пистолетики, а вот даже пару юмпов каких-нибудь накинуть, все равно остаться при бае на следующий раунд. Либо можно закупиться сейчас от 2 девайсов, даже от 3. Да, закупается авик. Так, кому может дропать калаш? А что
Дальше. Калаш. Два калаша, дигл. Ну, решение неоднозначное, конечно, с этим спорить будет сложно, но с другой стороны, возможно, немного отчаялись, что ли, ребята. То есть, вот не идет очень много у них сейчас в игре. Решили вот так вот рискнуть. Уже не первый раз мы видим, когда они закупаются в моменты, когда потенциально можно было бы сделать экономически уже с нормальным раскидом и с нормальным сетапом по девайсам выйти на противостояние, но решают вот бороться до конца. Просто у Тир-1 команд проблема в том, что, ну, Тир-1 команды, они подобный бай реализуют на ура. То есть у них есть план конкретной игры, куда каждый девайс пойдет, где будет играть Ави, где будет играть Калаш, что будет делать 9-й тег, Дигл и так далее. А у таких команд, ну, у них тяжко, кстати, спонтанные такие решения. И они там, знаешь, обусловлены там максимум за контролем там карту, или там запустим Авик туда, или запустим девайс наш куда-то там под плент, под флешки, что-нибудь в этом духе. И поэтому в большинстве случаев такие раунды могут, ну, быть проиграны, к сожалению. О, Кензар. Даблкил просто зажал спреем, похоронил обоих, и вот начало-то. Вроде бы энтрифраг стороны Бипро, а тут ответочка. И выход в точку А планируется, кстати говоря, от Болгар тем временем. А тут Флариш-то один на машине. Только сейчас тянулся к нему краш. Да, ну и успевают, судя по всему, зайти в плент. Блокера должны забирать. Блокер на теке в пленте. Ну и Флариш не рискует. Он уже вот так вот проигрывал раунды. И нужно теперь поосторожнее быть. Так, бомба установлена. Но здесь поезд с АВП в пленте. В принципе, его можно под какую-нибудь гранку, под флешечку или... молотовым выкурить тоже был бы неплохой вариант. Все, собрались просто все вместе возле планта, готовы выбивать. Ну, дело за малым. Так, есть уже один минус. Сайт поступает ответный. Тут изолировали парч, но здесь на машине игрок есть. Мне казалось, что он блайнде был, но нет. В итоге поезд последний. Савиком на нож себя не дает посадить. В итоге в спину уже зашел противник, и его просто нам расстреляли здесь. Но был близок, конечно, к ножу игрок. Хотя, не знаю, мне казалось, что нож должен был пытаться сделать тот игрок, который в спину заходит, а не сам к лицу. Ну, может, он думал, что сейчас промахнется, я его зарежу, там, минус морали у врага, все дела. Берешь точно экономический раунд от Бипро, закупают только дефолтные пистолеты. И, опять же, будут стараться поставить бомбу, но мы уже видели, как они брали такой раунд, и как они чуть было не взяли такой раунд. То есть, ну, у них все, есть все шансы. Вообще, мне расстраивает тот фактор, что на мажоре давать предикшены сложно, а на подобных играх легко почему-то, но не знаю. Пока что все, что у меня было в голове, оно почему-то все, ну, скажем так, идет явью. То есть на мажоре есть там, конечно, вообще непредсказуемый вариант развития событий, то есть команда побеждает. Которые, по сути, ну, никто не ожидал от них подобного, а здесь в онлайне просто тир 4, тир 3 команды вот так вот жестко отыгрывают. Ну, как бы, очевидно отыгрывают, не жестко. Я бы сказал, что на мажоре не то, что побеждают команды, которые, от которых никто не ожидал. Я бы сказал, что на мажоре проигрывают команды, от которых никто не ожидал. Ну, да. Кажется, это будет немного более верно. А здесь деф уже погиб, 3 хп у Псайка, но тем не менее плент, в принципе, под атакой, да, здесь Флариша можно забрать, в пленте еще и смайк, но смайк с АВП, он не мобилен, в спину заходит краш, раздобыл скальп Шипса, но Фларич принимает аплент, минус 2, минус 3, Кензар забирает в лефтери, и раунд заканчивается буквально за несколько секунд. И просто сейчас вспоминаю Болгар, именно Бипро, когда они были, когда они играли более-менее... И в составе у них был Ники с НКМ. Потом эти двух бравых бойцов забрали себе Outlaws'ы, и все, вот это болгарская команда. Знаешь, как вот у поляков есть там Virtus.pro, Kingwin'ы и Pride. Вот та же самая у болгаров есть. Imperial, Outlaws и Bipro. Вот такая иерархия у них по командам. Так, ну и такой массовый подсад здесь в мидл. Два игрока здесь находятся, и бомба перетягивается тоже на гараж. Здесь поджим от дефа, дефа здесь ждут, деф погибает. Ну, поверил в себя, поверил в эту агрессию. Соло пошел, погибает еще и Флариш. Флариш не успел среагировать, так, на плен пошли выходить. Здесь авик от смайка работает хорошо, но он дает только один минус. Пока дальше нужно как-то пытаться размансовывать. Да, он находит в F3, теперь через мейн будет выходить только бомб керри. Ситуация 3 в 3, и хлопа уже стянулась. Смайк погибает в пленте, и только один Кензар остался на приемке этой позиции. Но сможет ли отстрелить
игроков выходящих. Хмэн уже пропустил сейчас. В итоге молотов под Кензер. Там еще игрок в коннекторе имеется. У Бипро, так что если сейчас здесь не доконтролит. Нет, все, краш законтролил. Хорошо. 2-2 ситуация. Бомба стоит. Есть киты, есть молотовы, смоки, все гранаты и карты на руках команды просто еще и смогли забрать пользу. В итоге блокер последний остается 1-2. И здесь увидел игрока на тачке. Там Ави, который также спалил и блокера. В итоге 9-й раунд просто все-таки себе забирают. Да, ну такой опасненький был. Подрезали еще на удачу друг друга здесь. А тут неплохо на стрейфах чекали. И вот знали позиции, на которых будет стоять атака, которую они заняли на удержание этого планта. Ну и, конечно же, после такого прочека сразу выходишь, даешь в голову. Здесь есть бай. По-прежнему у Бипро поставили они бомбу. У них есть довольно большой лустрик. И сейчас они все еще опасны. Калаши, но тут 4 раунда к ряду проиграно. Не знаю, тут просто 5 флешек на всю команду. Это... А, кстати говоря, тот самый раунд, который играли не экономический. 3 скрип, но в этот раз трое игроков на апленте. Центр вообще отпустили просто сейчас. Это деф. Туда, ой, флеш, какая тайминговая прилетает. Смак в итоге забирает мейн. И скрипа троица просто-напросто не может выйти туда. И смог, туда и молотов. Выходите, болгары, говорят. Говорят, просто, и, скорее всего, должен был закрываться этот выход. Да ладно, вот так вот легко скрыли точку А. В итоге забрали лишь только Псайка, чтобы парапет двигался по направлению этого плента. Да, ну и выбивание ожидает просто. Они уже не раз убивали пленты. На самом деле, в основном раунды так и берутся, если это не какое-то прям жесткое противостояние. Там вот прям чуть не до клатчи доходящее. Здесь ДФ будет первым номером отыгрывать. Уже подходит в упор к позициям оппонента. Поис разбирается с ДФом. Так, и Краш отвечает. Хорошо, 2 в 2 ситуацию, но Краш очень сильно бит. И погибает Кензер, но и Краш один против двоих остается. Есть у него киты, но он подбирает авик. И неужели он будет рисковать? Так, фейк по диффузу. Минус один. И садится. Дефит бомбу выкидывает. Авик, понимая, что шансов у него очень мало. Тут прям вот опять же на тоненького все было. Если бы времени побольше было, мне кажется, то разыграли бы. Но можно было бы пофейковать, можно было бы там скопить, девайс менять или еще что-нибудь. И противник пытаться развести. Но, правда, это будучи один на один проще делать. А так, когда двое против тебя, то один, разумеется, пойдет, второй может за ним, возможно, останется где-то за укрытием. Ну и такой жизненький бай с обеих сторон. Три юмпа от Зашка. Скаут против АК, двух юмпов, Тека, ну, Галил еще есть. Ну, посмотрим, что здесь будет. Пока, опять же, разошлись по карте Бипро, пытаются найти свой минус. Они так делают чуть ли не каждый раз. И, в принципе, вот они в прошлом раунде поняли, что на аплент хорошо удается выходить, что его не так уж и хорошо контролят, что они выбивают раз за разом игроков оттуда. Но вот удержать точку у них не выходит. Их всегда выбивают. В прошлом раунде бомбу взорвали, но потеряли всех игроков. Опять же, остались без денег. Сейчас Псайка уже нашел минус по Кензеру. И бомба устремляется на Бплент и погибает еще и Краш. Ай-яй-яй. Дефи с девятки смог сделать только лишь один минус. Тем временем блокер вообще на точке А выходит, забирает там Фларича. И последний смак остается. Не понимает вообще, куда ему двигаться. На Б-планте он здесь пока что находится. Ну, все абсолютно игроки бы просто крылись и не понимают, по всей видимости, где находится этот смайк. А смайк, ну, ждал вот этого выпада с капель, но там еще один игрок с ящика выходил. Так что даже если бы он противника одного закрывал, его бы здесь разменивали. Но это 9-4, и даже на 5, скорее всего, сейчас будет уходить Бипро, потому что экономически сделать просто. И там уже на 15 раунде посмотрим, либо 9-6, либо 10-5. Не, ну, может быть, еще сейчас просто настреляю с пистолетов, хотя в это мало верится. Тут очень быстрое занятие мейна от Бипро, деф, поджими погибает, Фларич закрывает дверь тактично, чтобы здесь больше шума не было, и аккуратненько отходит. Два стоят в планте на А, один играет с машины, ну и Краш под Б, с P250, может быть, найдет, кстати говоря, поиза, подберет калашик и сможет его подсейвить. В том, что бомба уже вышла, план... Посмотрим, пока что. Два, ну, нет, зажимает просто-напросто все это... Весь этот стак за красным, и в итоге Краш последний, 1-4, но пойдет с P250. Где ждет стрелять какой-то девайс, забрать бы его в следующий раунд было бы неплохо, чтобы какой-то дроппер стать. Краш
пулька-пулька залетает все-таки в голову, но идти, конечно, было бы дальше слишком предсказуемо, поэтому Флэдж решает идти в спину, но в спине тут и поезд находится также под ловить. Паричат! Вот был краш, прошу прощения. И краш был близок к тому, чтобы забрать еще и поезд, потому что патрон первый залетел в голову, но дальше уже не зашла стрельба. Да, ну что у нас? Есть бай, наконец-таки, у просто есть, ну сколько, 4-5 будет, наверное, эмочек. Дев, да, тоже покупает кольт, против них играет 5 АК-47 и расходятся 2-1-2. Опять же, просто, или самый любимый у них сетап в защите, ну а здесь постепенно под Б движется основная часть сил Би-Про. И только сейчас там в мейне или в гараже отыгрывает Псайко. Будут выходить в первую очередь на Краша. Краш погибает. Дальше Кензер может помочь своей команде очень хорошо. Ну, тут вентиляция 1 минус сделал. Дальше что? Дальше на центре законтролить. Законтролить его на точке Б. Да. Флариш, конечно, размен дал, но Смайк под Аплантом вообще на бусте находится. Точка Б уже занята под контролем Болгары. И по всей видимости не готов выйти на шестой. Только лишь хорошая стрельба сейчас спасет команду просто, потому что времени невероятно мало. И погибает Флариш. Ждал игрока еще в гараже. Но здесь посад вентиляцию он действительно не предугадал, и Смайк последний, 1-3. Подходит к планту сейчас. Бомба начинает тикать все быстрее и быстрее. Смайк выход... Нет, не будет выхода с КТ здесь от Смайка. В итоге 4 раунда себе Би-Про заработали, но разница 3 раунда может нивелироваться взятой пистолеткой и последующей серией. Да, действительно, это так, но тем не менее счет... 9-6, это очень даже неплохой за защиту на карте Декэш. Дальше за атаку нужно будет просто дожать. Вся атака здесь считается преобладающей стороной. На ней берется большая часть раундов, зачастую, опять же. Так что здесь просто, я думаю, у них должна быть готова пистолетка, наверняка. И если учитывать их положение в турнирной таблице, каждая игра для них на вес золота. Они вот так уже проиграли, сколько там, 4 или 5 игр. И сейчас нужно бороться до последнего. Киты смог, но Пойза сейчас декой у Псайка, у Просто же смог и флешка. Выход по точку А, скорее всего, будет какой-то от Просто организован. Тут забустили одного из игроков. Контроль также аркады с Б-плента от Фларича. Ну и да, выход через буст. Ой, да ладно, там двоих запустили. Там двоих запустили. Серьезно, Смайк, посмотри, куда уж проник. На парапете находится, как пустили. Псайка его здесь не заметил. Такой очень серьезный себя тайминг под... Получил Смайк. Да ладно, да позицию такую для себя не реализовал все-таки. Так, ну поезда в коннекторе очень неплохо пробили. Бомба стягивается уже в гараж. Я так понимаю, под Б все равно собираются идти теперь просто. Меняют вот так вектор атаки, а здесь стоит один блокер. Блокера могут задавить, но блокер дает расклад своим тиммейтам, что его начинают здесь поджимать и уходят на безопасную позицию. Кстати говоря, все еще... Да, все еще находился в опасности, получает хедшот. И также Кензер расправляется еще и с поездом. В абсолютном большинстве просто они сейчас поставят бомбу и будут удерживать плент уже из укрепленных позиций. Да, болгарам совсем здесь ничего не светит, если они пистолетный раунд здесь прыгают. Что? Кензер просто решил смог выпрыгнуть. Неплохо. Но дальше уже 2 в 3-то... Ну что, с центра игрока, я просто не понимаю, Би-Про все не торопится выходить, все время посмотрит на коннектор, ждут какого-то замыкающего, но его просто в этом раунде просто-напросто нету. Двое плент, один токсик и один винты, Лефтри просто бланди вышел в сайд боком, как краш, тут, естественно, легче хедшот поставил, шипс в итоге остается 1-1 против дефа, но киты есть, и здесь, ну, нет, все, слишком мало времени, очень грамотно сыграл деф. В итоге 10 для Просто, и последняя надежда для Би-Про это Force Bias. Они его проигрывают, там уже 12-6 счет, двукратное преимущество по раундам. И знаешь, зеркальная ситуация на Cobblestone была. Да, действительно так и было. То есть здесь с Би-Про делают все-таки Force, до последнего не закупали сейчас. Все-таки девайсы имеют на руках. Есть скаут с армором. Кстати говоря, у Шипса вот пояс имеет на руках только P250, оставил 1200, будет копить на более серьезные плетения. Здесь долго не могли посадиться, все же Кензер на посадочке сейчас должен работать в районе мидва, а здесь укрепление из трех человек, и даже если он убьет одного и второго, то третий может его разменять своих тиммейтов, пока Кензер будет на перезарядке. С этим нужно быть крайне осторожным. Скаут у Шипса, который погибает уже на центре карты, правда, двое на белом, и может быть зажим
Кензар первый минус. Дальше хэдшот по дефу залетает. Кензар уже патроны кончаются в калашника, но тем не менее поезд он все-таки здесь похоронил. Лептере остается последний, 1-3, но его здесь также забирают. Они стараются для просто, в принципе, практически без потерь, но два игрока погибло. Но при этом, ну, закупится, наверное, какие-то ЕМП сейчас, потому что противник будет полный экономический денег, так что ошибка много не потратит. И, ну, выйдут на 12-й для себя просто. Да, есть P250, есть флешка у Пойза. Ну, может быть, какой-то врыв в мейн под флешку, да, все вместе бегут под А, либо же это будет флешка откинутая, когда враг начнет заходить, когда будет информация по этому поводу. Судя по всему, именно такой вариант они и готовят. А там бомба вышла уже на Б, они ее сейчас поставят и без проблем уже будут защищать. А, ну, Бипро могут попытаться выбить какой-нибудь девайс, но, скорее всего, это будет либо Юмп, либо МАК-10. Сейвить его смысла нет, но даже этого сделать не удалось. То есть они убили, конечно, Краша, но единственное, что он потерял, это армор, потому что перезакупать свой девайс он в любом случае стал бы. Да, и 12-6, вот он тот самый счет, в принципе, к которому и шли просто поначалу, после выигранной пистолетки. И уже полноценный бай от команды Bipro сейчас последует. Но АВП, 4 кольта, правда, раскида не так много, но, в принципе, довольно-таки стандартная ситуация после проигранной пистолетки у команд защиты. Но плюс для просто в том, что сейчас на ранней стадии практически все гранаты их оппонент потратит. Так что здесь этим нужно как-то воспользоваться и выйти, возможно, на последнем тайминге, хотя по точке Б. Да ладно, а там один игрок был, серьезно? Пойс, единственный опорник точки Б, погиб еще и следом погибает Псайка. Это сейв. Это нужно уходить на сейв, просто забить на этот плент и выносить девайс в следующий раунд. Не выходить на 3-дейк от Бипро. Это было очень плохо. Хопа в виде Сайко пришла, ну, крайне поздно, и он просто пришел на свою верную смерть, когда... Ну, вроде он рассчитывал размять своего тиммейта, он абсолютно не попадал там по Крашу. Краш тут же развернулся и забрал его за это. Ну, прям, ну, бывает, что ж тут скажешь еще. Теперь придется сейвить и уже бороться при счете 6-13. Беда. Здесь, правда, еще шипсы нашли. В чем проблема. Для него, да, его забрали, там распинять пытка блокер стреляет, не видит вообще куда, все равно забрал как-то дефа, но так или иначе там еще есть краш, который выходит и погибает тоже света, боже мой, блокера вообще никак не удалось забрать, 3 минуса еще он здесь сделал, четвертый еще и залетел, вот так вот, это нужно делать нарезку и заливать на YouTube, называется просто на выбивание девайсов, да. Ну, один девайс они выбили, сейчас только одна эмочка есть и 3 армора, не дефолтные пистолеты, есть смачок у Пойза и укрепление Аплента, судя по всему, от Бипро, а здесь просто пока никто не торопится. Кстати говоря, нет, они очень даже торопятся, Фарич выскочил просто на подсадке, погиб, а здесь винты спустился Кензер и... Нет, это спустился Смайк, и Смайк не ожидал таких агрессивных действий, и сейчас они начинают очень много ресурсов тратить, погибают по одному, здесь Кензер также отправляется на тот свет, и остается всего 2 игрока просто, ай-яй-яй. Дэв с Крашем остается вдвоем, причем стянулись в точку А уже, игроки команды Bipro здесь находятся, и блокер с кольтом, он погибает, а вот Лефтери за тройкой с дезертыглом, без армора, вот если не убьет первым шотом, то спрям попасть будет уже довольно-таки сложно, здесь мотов под Лефтери. Лефтери за тройку вот проверить должны. Да, все проверяют его, поэтому опасность здесь миновала. Но 102 других игрока защиты уже в упоре находятся. Если бы через дым пытались пройти, возможно, бы врасплох застали бы просто. Видели первого, но нет, здесь уже краш на страже. Да, минус 4 дает краш при выходе на точку, при том, что блокер дал минус 4 на сейве. И то, что сейчас сделал краш, гораздо важнее. Тем не менее, это был экономический раунд на секундочку от Bipro, и они успели за вот этот раунд настолько напрячь просто. Счет 6-14, и теперь нужно браться за каждый, не отдавать ни одного, иначе ты сначала выйдешь на потенциальные матчпоинты для оппонента, а дальше ты просто проиграешь. Но что, флешка в бланде опять... А, ну, тоже пацан со стороны команды Bipro идет под точкой А. Там, по идее, Фларич этого не услышал. Ой, из-под Б пока слышит.
какие-то действия, какие-то гранаты от своих оппонентов. А вот Кензер начал спрейить в двери и тут же ответочку получил от ВФ3 моментально. Теперь в большинстве Бипро в своей защите. Ну и вот просто пытаясь как-то вычислить своих оппонентов, лишь потеряли своего тиммейта. Придется, не знаю, придется вот так вот открываться, забирает Шипса и сгорает просто Фларич. Ну и теперь... Все еще в меньшинстве просто здесь Фарич должен был вывести свою команду в паритет по живой силе. Они должны были выходить после этого на Б. Но тем не менее, выход будет осуществляться. Здесь поезд работает с ВП. И я думаю, пару минусов он еще может обеспечить для своей команды. Видел ствол от Краша. Но его здесь выкуривают. Пропустил смайк, не смог перестать поезд, но противник уже прошел. И нет, все-таки поезд не... Тут не догадался о том, что противник уже успел пробежать. Хотя деф остается последний. 1-3 после минуса по Крашу. Бомбу успел поставить. Это серьезный плюс для него. Еще и смок есть, который сможет кинуть под себя. И флешка также в запасе имеется, который можно реализовать в ближайший момент. Но здесь даже Лефтера перестрелять не удалось. Я даже не успел заметить, деф-то начал стрелять в его направлении. Да, начал стрелять, но не попал. Слишком много позиций нужно было ему чекать. Я по нему уже начал в F3 палить в тот момент, когда тут только начал по нему разворачиваться. Тут счет 7-14, двойное преимущество за про 100, есть деньги и даже не на один раунд, но вот отдавать раунду, конечно, не лучшая идея, потому что ты теряешь инициативу, оппонент перестает как-то уже шугаться тебя, начинает действовать более агрессивно, более непредсказуемо, более опасно, и ты можешь так проиграть игру в конце концов. Два авика у Бипро в защите сейчас появляется. Трофейный калаш, два кольта, закрепленная экономика, кстати. Ну, как закрепленная? На раунд экономика. В следующем раунде уже придется форсить. Там байта у кого не будет, а там уже битва за матчпоинт. Так что Бипро нужно выигрывать раунды с минимальными потерями, чтобы хоть какая-то финансовая подушка безопасности у них нарабатывалась. Ну, здесь, опять же, перестрелки в смог, перестрелки в дверь, перестрелки через еще какие-то простреливаемые поверхности. В ответ просто собирают подсадиться в миде. Там в коннекторе стоит Psycho и где-то в винтах, да, блокер. Ну, вот блокер может люто законтрить весь этот подсад. Все будет зависеть от аккуратности или неаккуратности Фларича. Краш ждет аркад с точки Б. Здесь... Блокер вентиляции, о-о-о, деф, какой же он жесткий. Просто вышел, поставил головошот, блокер, в итоге Псайк ничем совершенно помочь не может, потому что его здесь смоком изолировали в коннекторе, и Шипс вместе с Лефтери под точкой А готовится к потенциальному выходу соперник, правда, сами просто еще не собираются даже выходить под точку А, по точке Б попытка вскрытия плента тоже не увенчалась, но здесь Фларич находится на парапете, и здесь может серьезно словить Шипса голову, если только... заметят его. Но проблема в том, что вот если падает звено по точке А, то моментально здесь точка А будет скрыта, и уже оставшиеся два игрока будут сейвить девайсы свои. Так, разбирается с Кензером. Дальше Смайк тоже должен погибать, но здесь Фларич заходит, спасает ситуацию, но Шипс тут же на развороте разбирается с самим Фларичем. Здесь вдвоем в пленте времени остается все меньше. Бомбу нужно ставить, но они ее теряют. Деф не успевает ее поставить. Псайка забирает дефа. Это восьмой раунд в копилку команды Бипро. И денег нет у просто на бай. Знаешь, вот видя такую ситуацию, когда находятся игроки просто на подходе к точке А, и вроде и в мейне игроки были, и в скрипе был игрок, и на парапете в упоре был игрок. А здесь всего лишь два опорника, которые вообще в бусте находились. И если бы Смайк вышел бы и увидел вот этот вот буст, начал бы увереннее играть, то есть проходить, а не стоять здесь, то, скорее всего, раунд просто бы выиграли. Ну, здесь пока под Б они собираются выходить, они могут взять этот раунд по-прежнему, так что расслабляться еще рано Бипро. Я думаю, они понимают, что там должно быть экономически нехорошее состояние у оппонента. Так, пошел контр-прокид, и здесь блокер давит, но забирает только двоих. Подберется девайс, здесь в упоре работает поезд, забирает одного, тут же с пистолета пытается доработать по еще одному. Но пока просто в безопасности за этими стенами, может найти еще свои киллы, и Лафтер и Псайка делают свои в ответ. Ты видел? Псайка просто шот симпла сейчас практически повторил с того самого ИСЛ Ван Кёльна, только находясь на девятке. Он просто дал ноускоп в дым и убил игрока на вудбоксе. Неплохо. Ой, это жесть. Жестко, жестко. Но такой вот Counter-Strike. Здесь, конечно, как вот говорил Cold Zero, да, на Коламбусе он подпрыгивал, убил двоих одним патроном. Да, это, конечно...
везение, но тем не менее это скилл тоже. Рипс подсадился в мейне, разбирается с дефом без каких-либо проблем, теряет всего лишь половину здоровья. Ну и Кензер сможет разменять своего тиммейта. Да, разменивает, но остается с 4%. В ответ чуть был в F3, здесь его не настиг. Хорошо, паритет по живой силе, несмотря на то, что Кензер битый, об этом нет стопроцентной информации у Бипро. Краш делает свой минус в миде, и это на самом деле очень важно. Там осталось 2 авика и эмочка. Если войти на один из плентов, то выбивание будет очень и очень сложно для болгар. Ну, здесь мейн просматривается псайка с авиком, так что пройти его здесь навряд ли удастся. При этом нет контроля центра, и это вот огромный минус для болгар сейчас, потому что нужно одному игроку постоянно туда отвлекаться и контролить ту позицию. Ведь если центр пропустит, может игрок просочиться куда-то в КТ и зайти просто-напросто в спину. А сейчас болгарам, ну, у них есть вот какие-то деньги, знаешь, на следующий раунд. Тем не менее, вот у блокера, например, по нулям. И 1500 все получат, у тебя будет бай, у блокера там пистолет будет на руках только лишь. Ой-ой-ой, Краш выпрыгнул в смок, поначалу его поезд не заметил, но тут же на развороте забрал. Но по-прежнему 3 в 3 ситуации, просто постепенно выходят на плен. Здесь только один в F3, и если выбить в F3, то дальше выбивание с авиками будет невозможно. Но в F3 дает трипл, ай-яй-яй-яй-яй, не законтрили втроем одного. Ну, счет 10-14, и опять без экономики просто. Как-то разница-то в 4 раунда уже. Шутки шутками, mm-hmm. А камбэк-то начинается у Бипро. И знаешь, я так смотрю, и все от неуверенности просто идет. Потому что, ну, нету вот какого-то, не знаю, капитана, наверное, который железобетонно скажет: так, сейчас идем туда, делаем то-то, разыграем тот самый раунд. И все, они летят, уверенно откидывают смоки куда-то, флешки какие-то нужные, расстрелят просто всех сидящих игроков на своих позициях, которые дефят точку, и все. А так в итоге тут подождали, там подождали, здесь где-то тоже решили переждать, в итоге выходит там где-то по одному, запнулись и так далее. Тем временем по точку А, но здесь зажим скальта, 3 минуса от Лефтери. Есть еще правда шанс забрать, и нет шансов, увы, просто только лишь один минус по Лефтери дали, но тот трипл килл перед своей смертью оформил. Ну, счет 11-14. Так, и уже 5 раундов подряд взяли Бипро. Со счета 6-14 они дошли до счета 11-14. И они, можно сказать, неплохо вернулись в эту игру. Теперь осталось дожать, если они хотят выиграть. Тут проблема в том, что просто с этим абсолютно не согласны. Есть у них АВП на руках у Смайка, есть 4 АК-47 и очень даже серьезный прокит. И они собираются законтролить все ключевые позиции. И это поджим мейна, они тоже должны ожидать. Первый минус пошел, второго также забирают. Можно выходить на А. Или можно просто разводить. Здесь блокер также жмет скрип и разбирается с Кензером. Теряет не так уж много здоровья и отходит на безопасную позицию теперь. Я думал, что Флари сейчас законтролит скрип, но он не стал даже выходить с мейна. Но там, в принципе, Смайк разобрался уже с блокером, потому что не решился выходить почему-то со скрипа в точку А. И самое интересное, что осталось у Бипро 2 авика живых. То есть здесь нужно серьезно отстрелять. Причем сами эти авики, понимаешь, себе ничем не смогут помочь. То есть флешки никто не накинет для того, чтобы они подольше жили или сделать побольше минусов можно было. Здесь только на подходах нужно отстреливать. Тайка здесь не заходит. Флик разбирается со Смайком, но тут же размен от Фларича. И то, о чем я говорил, когда у вас остаются одни авики, очень сложно бороться за раунд, как выбивать плент, так и защищать плент, когда тебя просто давят под смоук и флешку с АВП. Ну, практически невозможно. Нужно быть прям действительно скилловым игроком и, не обойдется без удачи. Здесь поезд на выбивание 1 в 3. С АВП по-прежнему... Есть киты, и он видел двоих и минусует Фларича, знает, что в мейне еще находится Краш, но вот про тройку инфы нет, но я думаю, об этом он тоже должен догадываться. Как уверенно он идет, сейчас будет открываться на дефа. Дефа также перестреливает, остается один в один против Краша. Краш, у него есть молотов, вот откинуть бы его. Но здесь диффуз, красный, диффуз красный, успеет. Красный. Нет, не успеет, он вынужден отходить, и раунд проигран 100%, но Краш был вот очень близок к тому, чтобы его отдать. 15-11, и Краш не засейвил АВП. Если бы был бы фуловый пояс, дефьюз бы состоялся. То есть, ну там 22 хп действительно сильно зарешали то, что у него было. Так бы он на молоте посидел бы и раздефузил эту бомбу. То пауза берется у Бипро. Есть деньги. Да-да-да, будет бай у каждого из игроков. Вот у Просто на самом деле финансовая ситуация похуже, чем оппонента, несмотря на взятый раунд. 15-11, и
Ну, калаши, судя по всему. На АВП ни у кого не было денег. Ну вот, какой раунд они нам покажут? Им нужно заканчивать эту встречу как можно скорее, потому что если они сейчас проигрывают, то дальше ресет экономики и очень сложно будет. Ну, кстати, Team Spirit тем временем с Эпсилон играют 11-11 на том же самом DL. И Team Spirit, кстати говоря, дальше будет уже на нашем канале. Против Васиксов они будут играть. Там уже будет интересно посмотреть, кто же выиграет, Team Spirit или Зайву. Ну, все же мне кажется, что Spirit должны поувереннее быть. Какая карта там? Кобл, по-моему. Кэш. Кэш. Да. Еще один кэш. Ну, судя по турнирной таблице, да, да, да. Вообще, Team Spirit где-то в середине находится, VSX внизу, но VSX неплохой потенциал. А, нет, VSX... Что? Раз, два. Они уже на 16-й строчке неплохо так поднялись. Там 3-4 счета, так что все равно шансов на то, чтобы пройти дальше не так много, потому что у Кингвина там 11-2, у Space Soldiers 7-1 после победы, 8-1 уже у них счет, Nexus 7-3. Ну, там вот за третье место, правда, будет серьезная конкуренция, я думаю, а вот за первые два тут уж слишком... А, ну там флипсайды, да, еще, я думаю, взлетят в это видео. Ой-ой-ой, какие прострелы по Лефтери. Лефтери потратил огромное количество здоровья на то, чтобы попытаться подсадиться. Здесь краш забирает одного, но тут же размен от Пойза, но по ХП очень сильно просели болгары. Тем временем бомба постепенно стягивается в сторону А. Здесь будут подсаживаться опять же в мидл. Кстати говоря, просто не подсаживаются на раннем тайминге, когда туда часто залетают гранаты. Они подсаживаются уже где-то на минуте 30, минуте. И после этого пытаются отыгрывать мидл. Так, Псайка, никого не увидел. Дальше контролит гараж, но там проблема в том, что с буста уже спускаются. Там уже Смайк успел спуститься и будет выходить на парапет. Парапеты вообще никем не контролят, что интересно. Мидл отпустили, информация по этому должна быть. Да, Шипс вроде как уже взял. Ой, сейчас такие тайминги могут быть для Смайка. Но он остается опять на контроль коннектора здесь на парапете. И какое решение же примет все-таки просто. Главное, чтобы оно было не ошибочным. Но пока движется... В сетапе один с хайвея, двое мейн и один скрип. Но я думаю, хайвей не будет открываться до последнего. Будет пытаться ждать какого-то поджима. Нет, Смайк вообще действует здесь первым номером и открывается на лефтере. Лефтере был красным, он погибает. В пленте еще остается Шипс. Шипс, НБК работает. Забирает одного, второго также за контролем. Дефи погибает. Шипс и третьего забирает. Но здесь Смайк разобрался с Шипсом, но вот на Псайка его не хватило. И что? Два красных остаются под конец раунда. Что просто происходит? Я просто не понимаю. У них на точке А вообще какая-то болезнь того, что не могут попасть по одному из противников. Они выходят, смотрят все позиции, но закрывает их только лишь один человек, что в этой точке имеется. Что за жесть просто? Я не знаю, там еще и экономически впереди просто через Desert Eagle. Ну, кстати, довольно интересно. В этом экономическом раунде у них... Да, у них остается всего по 1000, то есть следующий тоже будет сейв денег, ну и просто рискует выйти на дополнительные раунды, чего, я думаю, им абсолютно не хотелось бы. Опасную игру сейчас затеяли просто, если честно. Но вот Смайк пока что разбирается временем с коннектором, забирает там Шипса. Там еще, правда, дойка остается, которая как бы... А, там под флешкой будет пик. Псайка минус первый, второй. И третий буст. Нет, буст не перестрелял, тут уже блокер. Под точка Б дает свой фраг. Уе, тут уже 2-2. Ситуация опасная. Игроки остаются живых с арморами, но Пойз подлавливает первый, второй и ставит хедшот по Пойзу. 1-1 остается флариш. Да, это просто будет жесть какая-то с пистолетами и голыми. Здесь просто заберут траунд. Но правда, блокер сейчас слышит, скорее всего, как передвигается Фларич. Чуть-чуть не хватило, чтобы блокер достреляли. Там один шот залетел из всего этого спрея, конечно, с Desert Eagle. Авик засейвит сейчас блокер. Деньги есть у... Ты посмотри, да, на тап. Тут 400 долларов, 150, они перезакупятся, конечно, но это будет очень шатко. Кто-то будет играть с юмпом, а в свою же очередь просто выполнили огромное количество работ в этом раунде, сделали минус 4, то есть, ну, потенциально заработали какие-то деньги на киллах, выбили деньги, опять же, у оппонента, и плюс еще поставили бомбу. И сейчас они снова делают экофорс такой, но если они без арморов-то были близки к тому, чтобы взять его, то сейчас у них шансов намного больше становится. Да, здесь уже есть арморы, какие-то даже гранаты появляются просто, то есть что-то прям любители скрипа, я смотрю, на этом кэше, в этом противостоянии опять три скрипа идут, только теперь уже просто берут тактику противников. Проблема в том, что здесь лефтери в упоре с юмпом,
Если они сейчас выйдут, то ее тут, ну, Лахтер, кстати, может быстрее погибнуть, мне кажется, нежели все его соперники. Было бы забавно, если ты сейчас подошел в опор, открыл бы скрип. Да, и там такие три типа говорят, ну, здравствуй. А что, выход, и Лефтери в упоре слепой! Погибает моментально, бомба будет установлена, и хедшот от Смайка еще залетает по шипсу. Теперь в большинстве просто Кензар берет бомбу, устанавливает ее за Смоком, и на выбивание будут идти втроем с АВП и с двумя наборами китов. Бипро, но есть две зажигательные гранаты, и они могут очень и очень пригодиться им сейчас. Залетает одна на Кензара, Кензар вынужден менять позицию, уходит за плент, и выбивание начинается. Минус по Кензеру, в ответ сразу же фраг от Дефа. 3 в 2. Ситуацию увидел сейчас Смайк противника, заспреил его, забрал Псайка. Последний поезд остается против троих соперников. Уже двое их смог отработать. Третий мейн находится тот под Смоком. Не может, сможет просто-напросто пострелить 5 секунд дефьюза. И выйти бы Крашу. Краш сидит. Ой-ой-ой, Краш все это время просто-напросто сидел. 14 раундов для команды Bipro. Конечно, Байо просто поступит, но... Как, черт возьми, два раунда подряд они близки к победе, к тому, чтобы забрать уже эту карту, но вот чуть-чуть не хватает постоянно им, и в итоге уже близки к овертаймам на этом противостоянии. Про не фейкуют. И раунд уходит Bipro. Счет 15-14. Просто нужно сейчас включать всю свою мощь, всю свою... не знаю, удачу, наверное. И, видимо, этого часто тоже кажется... не хватало в каких-то клатчах. Удача сегодня точно не на их стороне, если честно. Это да. То трое под А сейчас было. Фларич смещается ближе к бомбе. Видимо, опять же, подсад будет на минута 20. Bipro могли бы, кстати, к этому подготовиться и как-то не на раннем тайминге уже контролить этот подсад, а уже попозже. Здесь Кензеру в двери тоже привыкли. Постоянно простреливают. Ой-ой-ой, получил немного урона, но, в принципе, ничего страшного. Да, блокер тоже был близок к тому, чтобы сделать какой-то фраг под Токсиком. Краш там благополучно живым просочился все-таки. И в итоге пока что без единого фрага на карте. А минута времени-то остается, я думаю, на что-то придумывать. В команде просто перестрелка через дверь скрипа. Уже четверо игроков Bipro находятся на точке А, но если сюда будет выход, это будет полный провал для просто... Ну, выход идет именно сюда, на NBK точно должны прочекать Лефтери. Лефтери сейчас зайдет в ухо Смайку. Смайк не нашел свой минус прострелом, попал в апсайка. Здесь Лефтери, конечно же, разбирается со Смайком. Бомба только сейчас подбирается и спешит под Б, а на Б уже двое. И они будут встречать этот выход, и все шансы принять его у них есть. Здесь блокер врывается и погибает от дефа в пленте. Это остается всего один поезд на кольте. Разбирается с дефом, но у него остается всего 22% здоровья. Разобрать его, и у вас паритет по живой силе. Да, погибает поезд. 3 в 3. Бомба выносится в плент, но погибает уже Фларич. Тут же Лефтери врывается, отправляется на тот свет, и 2 в 2. Но здесь Шипс пытается прервать установку бомбы, погибает, и остается последний Псайка. Разбирается с Кензером, остается последний. Красный. Краш. И флешка не работает. Псайка уверенно сейчас может просто травить оппонента. Он разбирается. Это 15-15. Как, черт возьми, не везет просто. Ну, я даже не знаю, здесь уже не везение. Я просто смотрю вот на эти фейки, знаешь, когда кто-то выходит в один плент, здесь одновременно должен быть состояться выход другой, потому что Bipro уже заранее все время стягиваются куда-либо. И вот как так получается? Ну, я не знаю, это ужас какой-то. Овертаймы на этой карте, которые просто могут просто-напросто не вытащить уже, потому что уж очень вяло под окончание карты начинает действовать. Когда был заход на точку Б просто, вот Смайк вышел, стрелялся, сколько там, ну, секунд, не знаю, 10 он там бегал живым. Вот, а его тиммейты начали выходить сначала, тут перетягиваться из мейна через гараж. То есть, с самого начала, когда Смайк вышел, уже должен был начинать передвигаться Краш, скорее всего, из Токсика. И прочекивать близлежащие позиции на шифте хотя бы, как минимум. А так получилось, что Смайк вышел, 10 секунд пожил, пострелялся, погиб. И потом начинается стяжка через центр, 15 секунд, пока они там добегут до точки Б. Ну, я, конечно, утрирую во время, но приблизительно это выглядело так, потому что Bipro уже успели все стянуться. 14-6, и мы видим допы. Вот я не то чтобы топлю за просто, но просто такие отдачи видеть всегда обидно. Это не был камбэк от Bipro. Они не показали ничего невероятного. Если они пытались что-то интересное показать, то есть когда они заходили в мейн, когда они его поджимали, когда там какие-то агрессивные действия были на миде, они всегда пресекались.
а они дефолтами вот так вот отыграли. То есть просто ошибались раз за разом, ну и проиграли. Огромное количество раундов сейчас вот уже дополнительные, и им нужно брать целых 4. Здесь столько раз просто команда просто могла уже выигрывать эту карту, что я не знаю, ну... Я не хочу ничего говорить по этому поводу, все. У меня уже слова кончаются. Это, конечно, не вчерашняя игра, а Killtech против YSX, Clicktech, вернее, против YSX, но тем не менее, какой-то кошмар творится. Ну что, будем ждать продолжения банкета. Который должен состояться. Скоро. Ну да, что-то как-то долго. Тем временем, кстати, Team Spirit там 13-13 с Epsilon играют. Там тоже дело близится к овертаймам. Карте до Inferno. Ну и просто в большинстве своем АФК стоит на базе. Не знаю, может быть, отошли. Все вместе. Тут чего-то. У нас на сегодня последняя игра, так что давай сконцентрируйся, вот идем, перекурим, поговорим, я не знаю, что там еще могут они делать. Все дружно они так стоят, причем. Да, все впятером причем. Может, не сильно сидят, что-то обсуждают? Может быть, не знаю. Может быть, собрались в круг какой-то, вот этот, знаешь, как команда, и поднимают свой боевой дух. Сектанты. В круг собрались. Вообще интересно, на самом деле, увидеть, когда просто начнут подниматься, потому что пока что только не играют, это уровень тир 2 СНГ, если честно. Потому что, ну, да, это минорский какой-то уровень, даже скорее всего, но тем не менее, курил Ангел в этом году вот, на миноре игры намного слабее, чем в прошлом, например. Я, в принципе, с ним, кстати говоря, соглашусь. Ну и результаты это показали. Хотя в прошлом году Вега даже на мажор не вышла. В этом году они вышли на мажор. Тем не менее, Чоппер, те же Тенгри... Чоппер победитель трех миноров. Тенгри, от которых я ждал, ну, на самом деле, гораздо более внятного выступления. Как-то вот совсем не проявили себя на отборах на мажор. Я больше, на самом деле, на них рассчитывал, чем на Вегу, несмотря ни на что, потому что я думал, что они вот из-за того, что, понимаешь, из грязи в князи, там, загорятся, начнут тренироваться прям вот 24/7, но вот не пошло. Друзья, тир 4 СНГ, я не знаю, ну, наверное, существует, но там такие команды уже, которых, я думаю, мало кто знает. Что в СНГ тир 1-то состоит из трех команд, считай, фактически. Ну, как из трех, из 10, разумеется. Но просто их... вот первый топовый коллектив, если перечислять, ну, кто там, Na'Vi, Gambit... Flipside, HellRaisers. HellRaisers уже Европа, ладно. Давайте не будем их включать. По большей части. Ну и тир 1 коллективов на самом деле больше не остается в таком случае. И дальше все остальное уже тир 2 уровень. Но если учитывать, что те же Вега не раз доказывали, что они гораздо более уверенно и командно играют, нежели вот те же самые Спириты или Просто, то вот какая-то некая подушка между ними создается. Даже Вега входит, считай, в топ-1, в тир 1 СНГ, можно сказать. Ну да, команда мажора как-никак. Те же HellRaisers на мажор вот не попали. Что интересно. Ну там, кстати, у Веги и линия такая, вот эти квал была, ну, довольно-таки комфортная. То есть, ну, они прошли вот по таким командам, которые действительно были велики шансы выиграть. Dignitas, ты, например, изначально не верил, что они вообще пройдут. Ну уж очень вялый коллектив. Я пытаюсь найти просто... все, уже можно не искать. Ладно. Рестарты пошли, овертаймы, дорогие друзья, на карте The Cash, B-Pro против Просто. Кто накосячит меньше, называется игра, как любит это делать наши СНГ-команды, постоянно очень много всяких вот таких вот микроошибок, которые выливаются потом в макро. Просто в атаке взяли... Что?
Просто как вовремя он начал стрелять, ну и погибает еще и Шипс. А, я понимаю, что они ФК были, они там настраивали себе. Все. Тут же два моментальных минуса, не прошло буквально там 20 секунд начала раунда, и теперь уже в абсолютном меньшинстве Бипро. А тут еще и Лефтери прокинут, он погибает, и теперь Бипро вдвоем. В таком случае даже можно и подсейвить на МР-3 10 тысяч, Авик. Ну, на третий раунд перезакупить будет сложно, так что нужно аккуратнее быть со своей экономикой. И бомба. Неужели они сейчас на Б побегут с бомбой? Это да, они именно это и делают, ты посмотри. Да, и в итоге на Б-то никого не осталось. Что самое интересное, Бипро в итоге просто выходит. Да и вот где этот раунд был раньше? У меня вопрос. Почему раньше они его не делали? Ну, тут, понимаешь, дело даже не в раунде, а в стрельбе. Первые два килла были просто на халяву. Я думаю, просто даже сами не ожидали, что так легко получится. Ого, Кентер с ножом решил пройти по коннектору. Ну, в итоге погиб, конечно, Псайка, скорее всего, засейвит. Попытается засейвить свой АВП, но вот пойдут ли на выбивание здесь Бипро. Бипро, боже, просто. Вообще, желательно было бы пойти выбить этот авик. Мне кажется, Псайк сейчас сам зайдет сюда и отдаст это АВП. Просто, ну, нецелесообразно. 1-3 с АВП лезть на подобный ретейк. Так, есть минус от него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежит Псайка сейчас. Еще и раздефузить бомбу может попытаться. Нет, не успеет. Он по времени не успевал. Нет, не сегодня. Я просто уже думал, все. Был бы провал полный для просто в этой ситуации, конечно. Ну и просто, несмотря на то, что они так уверенно начали этот раунд, в итоге потеряли 4 игроков. Не, конечно, без помощи Psycho, но тем не менее. Сейчас 2 авика уже у Бипро, совсем они не жалеют свою экономику. Но если учитывать, сколько раундов они в защите брали, то могут себе позволить так рискнуть. Видимо, уверены, что 2 подряд они заберут, и особо без потерь. Так, Смайк чуть было не погиб, но тут же поезд получает огромное количество урона. И погибает поезд теперь. Опять энтрифраг со стороны команды Простон. Обеспечили на себе численное преимущество после этого фрага от Смайка. И, возможно, стоит начать действовать звено под точки А. Кензер должен открывать сейчас скрип и забирать просто ошибся, потому что он слышал, как тот туда убегал. Но там все уже потерял. И здесь перестрелка через скрип. Патроны, патроны, Кензер! Все, все, Кензер пропустил. И тайминг, когда противник с буста спрыгнул до погрузчика, пробежался. И потом уже патроны закончились, и обратно нож начал свапаться, зачем, вернее, на калаш, у которого патронов в рожке не осталось. Ну, 3-4, и выход под апленд пока симулирует, по крайней мере, здесь просто. Погибает Смайк, вдвоем уже будет очень сложно доиграть этот раунд в свою пользу. Но у просто нет других вариантов, и нужно постараться это сделать. И сейчас будут врываться просто под флешки, под смок. Открываются по Лефтери. Лефтери погибает. Здесь в пленте уже отыгрывает Шипс на позиции, где только что был Лефтери. Его здесь не ждут. Погибает Краш. Последний Смайк. А, это Дэв. Дэв против троих. Зная, что на НБК есть враг. Но вот дальше, где еще оппоненты, он понятия не имеет. И Псайка заканчивает этот раунд со счетом 16-16. Ну вот теперь просто должны последний раунд при половине допов заканчивать свою пользу уж 100%, иначе, ну, дальше будет тяжело. Там за тройкой противник стоял, не на NBK. Просто второй раз уже обзываешь эти ящики NBK на точке А. А так их называют? Да, не, NBK это правый угол, который вот за скрипом выходишь, и сразу направо вот этот, который 90 градусов. Ну, я... Да, да. Я как-то это все кучу. Погибает Шипс, уже попытки подсадить своего тиммейта. И опять же в большинстве просто после прострелов смоук. И опять же... Погибает еще и Псайка, он пушил, ай-яй-яй. Опять какие-то странные такие моменты. Ну, в принципе, по таймингу вылавливают просто своего соперника, где-то там на перетяжках на карте, но... Так, стоп. Фраг от Лафтера сейчас был. Информация есть по тому, что он на погрузчике, но никто не торопится заходить. Хотя вроде как у противников... живых-то всего лишь 3 игроков, тем не менее продавить одну из точек просто не торопится. Ты не знаю, смотри вот на количество гранат просто у команды просто сейчас, и их бы реализовать по-хорошему всем вместе сейчас,
Просто раскидать точку А, то же самое. Молотовых, АЕшки, смоки, все раскидать. И выйти туда же, допустим. Вместе, вчетвером. То есть вы в любом случае, будучи в большинстве, а то и двукратном будете выходить. Майк опять сильно рискует, опять в соло открывается, там некому его разменять в случае чего. И он опять отдается. Ну вот это уже не в первый раз происходит. Тут на самом деле это не настолько вина с Майка, насколько не очень понятный, внятный план от просто. В чем была его задача? Фейкануть? Ну вот он погиб. И что теперь делать? Теперь Кензер в соло должен будет как-то пытаться выбить бомбу, поставить ее и все это сделать за 18 секунд. Очень похоже на счет 17-16 в пользу Бипро. Так, красный остался Кензер. Конечно, минус перед смертью своей сделал. Там еще и времени оставалось до конца раунда. Но это... какая-то жесть, друзья, если честно, потому что вас четверо против троих, у вас хорошее количество гранат, выйдите вчетвером в одну точку, и все у вас получится. Но вместо этого Смайк пошел пикать соло точку А, здесь где-то по точке Б что-то произошло невнятное. В итоге разворот точку Б, где вообще двое игроков находятся, и выход в итоге этот захлебнулся полностью. Но... жесть, я не знаю, тут... просто вот банальные вещи, которые, по сути... ну, я думаю, ребята посмотрят демку, потом разберутся, что у них пошло не так, потому что... так, конечно, когда такие вещи происходят, ну, это уже, не знаю... какой-то вот должен быть человек... вот нет, опять же, человека, уже не первый раз обращаю внимание на то, что... ты расскажешь железобетонный какой-то план под окончание раунда. Возможно, у них сидят там, знаешь, это спика какая-то... тишина, может быть, или... просто сказать... ну, да, скорее всего, тишина в такие моменты, когда это происходит. Там говорит, что там не вижу того-то, там не того-то, здесь вроде чисто и так далее. Что-нибудь в этом духе происходит. И в итоге пытается отыгрывать уж от личной стрельбы, скажем так. Ну и опять же, какая-то затяжная пауза сейчас. Хотя вот, например, АФК... нет, кто-то стоит. Псайка, да? Я уже думал. Нет, вроде все шевелятся, поиск, вроде поиск. Готовы играть, но не начинают. Поезд там АФК стоит. Поезд? Нет, все. Все, поехали. Ну что ж, вторая половина овертаймов. Первых пока что на сегодняшний вечер. И... просто переходит за сторону защиты. Бипро, соответственно, со стороны атаки. Два авика просто сразу же с коду. Конечно, серьезное решение, потому что если они два вика эти проигрывают, ну, отдают тогда денег у них на третий раунд. На второй раунд уже будет довольно-таки мало. Сейчас у них там 3 с лишним тысячи осталось. Вот Бипро, если... нет, никто не нашивает. Бипро опять разыгрывает раунд через... втроем через скрип, мне кажется, к этому уже готовы. Просто должны быть сейчас. Дверь откроется, деф останется боком. Цели, но при этом разворачивается. Все-таки один минус позволяет оформить. И сейчас с пуста. Фларич первый в минус полетел. Второй также залетает. Третьего перестрелять не удалось. Но здесь Смайк находился рядом. И все-таки разменял своего тиммейта. В итоге Шивс последний. Остается 1-3. И здесь может быть попытка пройти через парапет. Смайка увидел. Невнятный бёрст вылетает. Но все-таки все еще ждет противника в коннекторе. Также не торопится пикать здесь Кензер с АВП. Но Шипс вообще действует, смотри как, он бежит под базу Б с ножом и будет пытаться заходить в спины соперникам, но здесь Кенсер, по идее, должен быть готов, или нет, или нет, ой-ой, беда такая сейчас может произойти, увидел, но поздно, в итоге выстрелить не успел Шипс сделать минус, сейчас просто полетит в мейн опять. Но Краш готов. Ну, здесь Краш вроде как должен быть к этому готов. Он выцеливает именно мейн, но что-то мне подскажет, что Шип сейчас может двинуть просто в скрип. Не знаю, вот даже Краш не понимает, откуда может прийти враг. Забирается на самую закрытую позицию, которую может себе представить. И с нее он видит бомбу. Проблема в том, что Шипс, ну, он-то парень не глупый. Он должен чекнуть Кевин обязательно. Хотя, скорее всего, будет за тройкой ждать врага. А здесь времени у него остается все меньше и меньше. И сейчас он вынужден будет просто бежать. Еще немного у него есть вот тайминга, но дальше в пленте будет очень сложно. О, ну все. Это да. Просто кошмар. Матчпоинт для Бипро должен будет быть. Нет. Это просто ужас. Это же матчпоинт для Бипро, нет? Да, по идее, да. Ну, видимо, звука просто нет. Может быть, какой-то баг на сервере, не знаю. Тут, да, это один раунд берут Бипро, и все. До свидания, просто. А далее раунд 1-3, вот так вот. С другой стороны, конечно, там очень хорошо отыграл Шипс. Прям по всей карте бегал, разводил своих оппонентов. Ну, как же обидно, наверное, сейчас команде просто и всем их болельщикам. Да, мне те, кто на них ставил, я думаю, тоже очень обидно.
Боже ты мой. Жестко, жестко. Каждый раунд просто для команды простой. Это целое испытание, не знаю. Какое-то, как будто они играют против тир-1 коллектива планеты Земля. На деле тут команда на самом деле не такого уж высокого уровня. Команда, которая вообще лузает всем подряд, команда Bipro. И теперь уже просто сейчас рискует отдать карту, если не возьму два раунда подряд и не выйдут на следующие овертаймы. Так, ну Bipro раскидали аплен. Здесь Кензор уже работает в приемке Б и забирает двоих. Краш к нему смещается. Но вот бы под флешку им открыться. На самом деле им повезло, что блокер сейчас находился в руках с гранатой. И флешка прилетает просто в лицо Крашу. Тут же погибает Кензор. Крашу нужно играть осторожно. Тут деф на хлп. И счет 17-18. Неужели мы увидим еще одни допы? По крайней мере, шансы на это остаются все еще. Да, и второй авик, кстати говоря, себе обратно добывают со стороны соперника. Его там выбили. И два авика опять будут просто отыгрывать. Но план, конечно, такой наверняка, в принципе, здесь удобно очень играть в 2 АП, то и даже в 3 АП, но просто если противник там смоки начинает закидывать молоту, флешки, то шанс отыграть продуктивно этих авиков очень-очень маленькие. Так, смог под Кензора, теперь с авиком уже там никого не прострелит, в итоге вынужден играть с просвета. Сюда прилетает молотов, смог. Кстати, такой one-way смог произвольный вышел для Кензора. Парич снова на подсаде, но на этот раз-то его уже прочекают. Я думаю, здесь довольно опасно он занял эту позицию. И скрип снова два человека, еще и на мейне есть один. Ну и опять же, судя по всему, хотя они могут фейкануть этот выход, который они уже делали не раз, и сами убежать на Б, там на токсике сейчас стоит. А Псайка, и он разведывает огромное количество информации, что здесь никто не пушил, агрессивно никто не играет, и информации здесь никто не имеет. Просто я не вижу плана еще у команды Bipro сейчас на раунд, по-моему, сейчас поднимается. Два скрип, два мейн, один люркер под Б плентом, но не знаю, вот преф взлетят ли фафларич, у меня вопрос, потому что один раз уже с этого подсада шороху наделали просто он. Так, ну что, готовится выход, пока еще ничего не происходит, но раскид должен уже поступать. Пошел выход. Фарич разбирается с Лефтери. Фарич закрывает еще и шипсу. И здесь к нему запрыгивает блокер. Ну и забирает блокер своего оппонента. А Краш будет принимать Псайка. И это вторые допы. Овертаймы. Вторые на карте ДКш в рамках противостояния простой команды Bipro. Здесь пауз, правда, затяжных здесь не будет. Не знаю, почему я все время радуюсь новым овертаймам. Мне интересно еще, как там спирит. А, спириты проиграли Эпсилон теории. 16-14 на Инферно. Обидно. Может быть, здесь все-таки наш СНГ коллектив не подведет и додавит. Просто, ну, вроде как, знаешь, просто выглядит сильнее Bipro, но вот тактические решения, да, ужасные, просто отвратительнейшие идут. Ну и по стрельбе очень часто не идет. То есть какие-то халявные киллы в смоук удаются, какие-то вантап хедшоты на дальнее расстояние тоже. А вот когда на тебя выходит враг из смока, и ты начинаешь по нему жать, ты не убиваешь. И вот, ну, обидно. Да. К сожалению. Причем после такой затяжной паузы между, ну, основным временем и овертаймами все начало получаться просто. А потом вот опять планы, видимо, заканчиваются. Знаешь, там тетрадь тренера подошла к концу, уже последний лист там на карте ДК, что могут сделать, просто они уже все показали, чтобы нового не придумывать, по старой схеме уже работать не смогут, и в итоге уже придется опять играть дефолт, а дефолт просто совершенно ужасный. Ну что, поехали. Вторые дополнительные раунды, старые овертаймы, и просто играет с одной АВП, противовес, я так понимаю, без ВП все же будет играть Bipro. В атаке девайс. Мы не так часто от них видели. Да, 5 АК-47. Ну и пошел раунд. 18-18. Нужно брать 4 раунда одной из команд, чтобы наконец-таки закончить эту встречу. Я думаю, хотят уже закончить обе тимы, потому что здесь, ну, очень-очень плотное противостояние. И очень долго они уже здесь играют. Фарич в поджиме откидывает гранату, и он пошел погибать. Кстати говоря, попал по голове Шипсу, но, тем не менее, в меньшинстве команда. Смайк забирает в Лефтери. Так, и теперь Псайков палится, но открывается по дефу. Хорошо, 2 минуса в ответ от Просто, и остается всего 2 игрока. Один уже у Bipro, это блокер, и он отыгрывает на траке, забирает Смайка, но теперь еще двое, и они знают, где находится блокер, но блокер умудряется забрать Кензора. 6.
бомбу поставить не удалось. Сейчас, но правда, блокер видит, что на машине никого нету. И понимаешь, что игрок, скорее всего, находится на парапете. Просто вышел и перестрелял. Вот так вот нагло действовал блокер. Жесть. Я не знаю. А, еще пишут, что просто сейчас играют без тренера. Но я не знаю, видимо, тетрадка капитана, если таковая имеется, закончилась и подошла к концу. Либо мысли, я не знаю, о том, что могут сделать еще просто на этой карте, как удивить соперника, тоже закончились. Но я думаю просто, ну, если бы это была тир-1 команда, знаешь, там бы неимоверное количество планов бы было, я уверен. А если такой вот молодой коллектив, тут, конечно, какими-то крутыми заготовками, раундами. Возможно, просто даже не ожидать такого уверенного сопротивления от Bipro. Ведь помни, по второй половине они уже готовы были забирать эту карту. Слушай, они столько раундов проигрывают в клатчах, что я даже не знаю. То есть, правда, 1-3, 1-2, 1-2 опять. И такое постоянно происходит. Просто нужно что-то с этим делать. Это действительно не дело. Здесь два игрока уже оставилось на попытке ретейка. Врывается смайк, остается последний фларич. Ну и если они 3 в 1 раунды проигрывают, то 1 в 4 раунды, ну уж... явно не берутся. Причем, и когда помнишь, за атаку они выходили по точку, а там один лефтрид просто зажимал и троих убивал. И не раз еще, и там еще этот стоял поезд, по-моему. Либо не, шипс там тоже стоял. На пленте тоже минус 3 давал. То есть, ну. Не знаю, как-то это все прискорбно. Я в течение этой игры уже. Даже я устал, точнее, не то, что команда, я не знаю, как сейчас себя там чувствует просто, просто эта игра даже меня уже вымотала, она прям настолько какая-то затяжная, такая вот болотная, понимаешь, она прям затягивает и медленно-медленно протекает, и такое чувство безысходности протекает через большую часть этой игры, вот в лице команды просто, что вот они вроде берут, но все, проиграли. Как? И сейчас еще и денег нет, самое интересное, на последний раунд первой половины вторых овертаймов. Да, два юмпа, дигл, Кензер с эмочкой, ну и М4 также есть у Фларича. Есть киты, и могут, конечно, раздефить бомбу, если им позволят Bipro, конечно же. Пока они взяли два к ряду, дефа здесь пробивали через ролет, но всего-то на несколько хелспоинтов вот так вот, вот теперь добили. Теперь добили и отомстили тем же самым киллом в ту же самую позицию в смок. Сейчас Bipro, Краш пытался скрыться, но Шипс достал Тек-9, разобрался с Крашем. Здесь Псайка будет открываться в мидл, слепой, не забирает никого. Там уже Кензер разобрался с Шипсом, но Псайка заканчивает жизнь с Майка. Тут же размен от Кензера. Так, ну и Кензер сам погибает. Да. Ну и остается последний Фларич. Фларич 1-2. Там тем временем выход под Б-план. Фларич ожидает выхода именно в точку А здесь, но... немножко ошибается с выбором пента, которого надо дефать. Во всяком случае, через центр карты будет работать. Скорее всего, выйдет через вентиляцию, либо... через винты это слишком предсказуемо, но времени, да, в принципе, достаточно. Там киты есть, так что спалился. Нет, не перестрелял даже. Здесь и блокеры. В итоге матчпоинт для Bipro. Мне кажется, сейчас какая-то, знаешь, пауза небольшая будет для Bipro 100 опять. Дабы что-то наверняка придумать. Сколько? Сколько? Не знаю. Мне кажется, потом уже, когда будет играть просто, можно будет открывать тетрадочку и записывать, какие конкретно раунды просто-напросто подарили своему сопернику. Когда там клатчи были выиграны, когда они уходят в плент, там на них минус 3 делает один человек. Просто, ну, просто даже, знаешь, будучи там 5-5, и случайно там на одном пленте остался один человек, и он делает минус 3. А там уже потом вся хелпа приходит. Подобных моментов тоже, наверное, штуки 2-3 сегодня было точно. Тут есть одна проблема. Bipro достаточно взять один раунд, чтобы закончить эту встречу в свою пользу. Таковых у них 3, таковых попытки. Просто должны просто безошибочную нам сейчас атаку показывать. Мы помним, какую атаку они нам показывали в основное время и на, ну, дополнительных раундах прошлых. Да, там два раунда в овертаймах они взяли, причем весьма уверенных первых. Или один, подожди. Один. Один. Они один уверенный взяли, и то они вчетвером погибли там под конец. А дальше начали проигрывать вот это вот в клатчах, отдаваться. Совсем беда. Просто, да, я не знаю, ну, посмотрим сейчас. Вот видишь, пауза все же какая-то сохраняется, как ты и говорил. Может быть, что-то нашифруют, может быть, как-то что-то обсудят и смогут вернуться наконец-таки, потому что 21-18 это, ну... просто уже все, это уже дальше некуда. Это самый опасный счет, и ты не имеешь права проигрывать. А Bipro уже почувствовали запах крови, почувствовали запах победы.
И просто сейчас начнут чуть ли не знаешь, вот это пушить со всех сторон, как G2 нам показывали раунд. Они просто... у них пуш идет мейна на попутный пуш скрипа вдвоем. И под Б какой-нибудь челик играет очень пассивно, но создает видимость агрессии, накидывает гранаты, и все, и атака в растерянности, они теряют 2-3 игроков на ранней стадии. Дальше уже нечего делать, даже если с разменом это произошло, там, с маломальским, вы все еще в меньшинстве. Честно, я не знаю, я прям уже тяжело вздыхать только лишь могу, глядя на эту игру, но надеемся, что просто сейчас все-таки оправится и воспрянут духом и резко начнут жестко топить своих соперников. Правда, уже утомительно, если честно, эта игра, и Смайк с Марико хотел, наверное, перестрелять противника, в итоге по спауну Псайка оказался, видимо, ближе и перестрелял здесь Смайк в этом моменте. В итоге еще и Мэнни могут сейчас зашить, Фларич живет, все-таки остается у него 76 хилспоинтов, но опять же, просто уже в меньшинстве находится. Да, ну и, кстати говоря, я уж думал, что сейчас под флешку будут запускать, но нет, там смачок откинули, ну и Шипс будет в упоре. Кстати говоря, нет, Шипс собирается, видимо, в смоук сейчас зайти. Нет, он просто сделал вид, не знаю, он так мельтешил перед этим смоком. И Сайко, ой-ой-ой, по идее, видел Кензера, даже вот без X-Ray я смотрел, и видно было, но, тем не менее, не перевел прицел. Кензер делает минус и выравнивает ситуацию на карте, но здесь приходит на размен сейчас. А Пойзи, я так понимаю, да? Нет, это Шипс. Ну и Шипс уже с ВП сейчас будет пытаться отыгрывать. Кстати говоря, неплохой вариант. И пострелял с ВП, выкинул, подобрал дальше М4 под собой. Забавная, но нет, ситуация. Он продолжает играть с ВП. Кензер просто смотрел на белый, там на нем валялся авик. И через секунду этот авик исчез просто. И кольт вылетает из-за угла. Но в всяком случае, выход все-таки по точку. А, здесь блокер пушит, должен закрывать его, по идее. Краш, да. Все, есть минус по блокеру. Теперь уже вроде бы большинство за командой просто выход точку А состоится. Главное, в этот раз не допоролся те же самые грабли, что и были раньше. Здесь все-таки один человек уже делал 3 минуса. В этот раз не надо позволять делать это количество минусов сопернику. Но Слэйтери проходит на погрузчик. Сейчас спину вырастет, да, просто выйдет и не смог зашить. Здесь Фларич его отстреливает. 1-4 остается после. Нужно уходить на сейф этой снайперской винтовки. Так, ну хорошо, 19-21, но по-прежнему они на грани фола играют, проигрывать нельзя ни одного раунда. Ну и здесь вот такие вот ошибки от Бипро, стояли в пленте, залетает молотов, они отзонились этим молотовым в плент, туда залетает еще один, они переходят на ту же позицию, вот на тройку, но там их уже ждут, конечно же, с девайсами оппоненты и разбираются с ними. Ну тут как-то... Можно было попассивнее, поаккуратнее сыграть Бипро, но они, видимо, уже хотели заканчивать, они видели, как они убивают вот этих заходящих на них просто уже не раз, и решили, что в этот раз тоже получится. Да, счет, напоминаю, что был 14-6 в пользу Бипро. Ой, тут еще и авик выбили, кстати говоря, у пользы. Авик перезакупается, есть ЭВП у Пойза, 4, шансы М4 также. У простой есть, серьезные шансы есть, если только не забирают этот раунд. Да. Если они, конечно, не забирают, нет, ну, понятное дело. Карту теряют, понятно, и встречи проигрывают. Просто, так, Эндрик фраг от Смайка. В этот раз, кстати, Псайка опять встретился с ним, только в прошлый раз встретились на центре, Псайка там перестрелял его, а в этот раз Псайка вышел под плент Б, и здесь уже на просвете перестрелять не смог своего соперника. В итоге просто начинают опять. Нет, в прошлом раунде начинали в меньшинстве, сейчас в большинстве уже начинают. И теперь есть шансы. Шансы еще появятся, если они раунд возьмут, потому что там будут пистолеты, и пистолетом уж против пистолетов, я думаю, на полную уверенность должны будут отыгрывать. Мне уже начинает нравиться эта игра, если честно, потому что она становится такой затяжной, и вот что команды все-таки придумывают, как же просто будут действовать в таких затяжных играх. Не знаю, просто обычно на таких игр, которые уже на допах идут, как-то веет каким-то напряжением. Здесь вот почему-то нет такого ощущения у меня. Здесь просто есть какое-то переживание за просто. Но сейчас они уже сделали 2 фрага, и они в большинстве. И могут спокойненько открывать себе один из плентов, выходить на него. Здесь вот в упоре играет Шипс, и Шипс может сделать много работы, либо просто погибнуть без размена и даже не нанести урона, но нет, он забирает дефа и успевает скрыться. Фларич, выйти на размен, дружище. Забирает одного, второго также видит и заканчивает жизнь Пойза в этом раунде. Минус 2 сделал Фларич, открыл точку А, и бомба движется именно туда. Лефтери, ну не знаю, опция под сейви для него по-прежнему остается открытой. Это самое верное было бы решение, потому что там денег совсем уж нету у Бипро на следующий раунд. И просто готовы выйти на свой 20-й, это уж 100%, а вот на 21-й
Это мы еще посмотрим, как будет бороться Бипро. Очень сложно будет, и Хорошо. Пока это все выглядит как третьи допы. Сейчас должны, по идее, зажимать лефтер с двух сторон. На шифтах причем идут выбивать, просто ты посмотри. Я не лютые. Так, сейчас все. Вот это новый флариш спереди. 21-20, друзья мои. Тут что одна, что другая команда отыгрывает матчпоинты сейчас. И просто в шаге то, чтобы выйти на третий овертаймы. Потому что у Бипро, ну, пистолеты. Ну, там юмпы, правда, два появятся, скорее всего, сейчас. А так-то 3 ЦЗшки, да, 2 юмпа и еще раскиды есть. Какой-то, у кого-то. У кого-то его нет. Как обидно Бипро совершить камбэк и проиграть такую игру на там четвертых допах. И как обидно Бипро отдать, просто отдать такой камбэк, потом на допах бороться и проиграть эту игру. Там 40... Это вот настолько сейчас вот прям... Напряжение. Там 40 фрагов у Кензера на минуту. Жесть. Так, тут лефтер тем временем на контакте у скрипа. Вроде как слышно было, что там противник прыгает, да и выстрелил, в принципе, он по лефтере. Но вот сейчас Бипро, я думаю, явно нервничает. Да и, в принципе, и просто сейчас явно нервничает, потому что в шаге от того, чтобы проиграть Бипро эти овертаймы, и в шаге от того, чтобы проиграть карту вообще в целом эту встречу просто... Ой, очень тяжко. Вообще в затяжных играх обычно побеждает более опытная команда, как правило. Пока под А собирается большей частью. Садили там, я так понимаю, Краша. Ну и пошел вот такой некий прокит. И все-таки Кензер опять начинает простреливать дверь. Любит он это дело. И вот на НБК залетает пару молотовых. Но там никого не было. За троечку также один. А вот в плен, чтобы выкурить Лефтери, ни один не залетел. Лефтери сейчас может забрать Кензера. Лефтери будет играть в первую очередь по звуку и успевает уйти, но теперь его зашивают в спину. Шипс отвечает по фаричу, и также блокер забирает Кензера, погибает еще и Дэв. Остается всего два игрока, просто какой кошмар. Тут же погибает Шипс и продолжает смайк жать, стеком забирает двоих, но Псайка разбирается с Крашем. Один в один ситуация, но Псайка отыгрывает всего-то на ЦЗшечке. 15 секунд до конца раунда, бомба будет установлена, сейчас Псайка заберет девайс, и есть киты у него, также со вторым армором, играет никакой роли, если хэдшот по нему залетит, сейчас в сплайде Псайка все-таки, понимаю, скорее всего, что противник ушел все-таки, да ладно, Псайка на лестнице, нужно было Смайку его подлавливать, но он не решил этого делать, в итоге Псайка собирается на девятку, Смайк, Смайк внизу, Смайк и погибает, да ладно, Псайка просто проигрывает эту встречу, какая грязь. Пистолеты, ЦЗшки, 5-7, ай, какая боль. Это жесть, дорогие друзья. Это просто жесть. Проиграли пистолетом в конечном счете просто на вторых овертаймах. Ну что ж, мы выдвигаемся в игру сейчас Team Spirit против Epsilon. Буквально после 3-минутной рекламной паузы будем уже там, так что далеко не уходите. Хочешь море крутых скинов? Любишь киберспорт и болеешь за любимую команду? Тогда делай ставки скинами